Да, вот оно, мое родное Владыкино. Кто-то скажет из моих зрителей, и будет прав, да. Это Владыкино ваше родное. И у меня сегодня очередная поездка. Вот здесь что-нибудь. Ну, а еще что, по названию вы и так поняли, что М2. Я на нем ездил уже, но это обновленное будет. Он раньше от Рижского вокзала ходил всего лишь, а сейчас от Владыкино. Вот. А почему М2? А потому что у меня сегодня основной маршрут — это 116-й. А почему 116-й там, а я здесь? Ну потому что вот так вот я от Владыкино доеду до Парка Победы, а потом по Барклая улице дойду до 116-го. И тогда уже поеду. Вот так вот у меня сложно происходит, а не так вот. Типа, о, прокатись на этом маршруте. Я вот так люблю. Вот сегодня 15 число, 15 марта. На меня опять смотрят, как все, как будто я там какая-то инстасамка. Кстати, привет, инстаграмщики. Вот. Это Владыкинское кладбище. Вообще, Инстаграм нас покинул официально. Да и многие покинули нас. И производители второсортной мебели, сделанных из опилок и прочей фигни. И забегаловки быстрого питания с нездоровой едой. И газированные напитки тоже не очень полезные. Вот. Да. И вот сегодня, сейчас вот ритуал такой. Моя масочка, с ней 2 года, и я ее выкинул. Просто взял и выкинул. Потому что... Почему? Потому что сегодня знаковое событие. Сегодня наш господин, ну, то есть мэр города Собянин, разрешил нам снисходительно масками больше не пользоваться. Сказал, все, мы победили. Все ушли от нас, мы победили. И коронавирус тоже ушел. Вот. Поэтому вот Инстаграм ушел, и коронавирус тоже ушел. Ну, как скрипит. Едет как тележка. Прям. Так. О чем я? А, коронавирус ушел сегодня резко, прям вот так попрощался, ушел. Облака ушли. Вот. Облака тоже ушли. Все ушли, и остался я один. Шутка. Ну и я это назову очищение. Ума и разума. Ну вот. Пускай будет так, громко сказано. В 76-й ВДНХ. Но это уже потом, в следующий раз. Я как-нибудь опять сюда приеду, и все на ВДНХ едут. Сразу все гулять.
Кстати, сегодня ночью должны были, ну, может, успели, не успели снять все эти наклейки о соблюдении социальной дистанции и обязательном ношении масок. На дверях, вроде, кажется, я уже даже не помню. На дверях было написано про маски. Сейчас ничего такого нету. То есть уже содрали за ночь. Он проезд только в маске. Здесь остался. Ну вот на М2. Давайте посмотрим на него. А, это не наш М2. Он поехал. А, он просто катается. Ну, все же разминаются. И вот он разминается перед тем, как проехать. Или такой заезд на круг. Ну, в общем, не знаю, не важно. Кто-то по старинке еще носит. Ну, никто не запрещает носить и маски, противогазы, перчатки. Что хотите, то носите. Объявление сейчас наехал, уже обновили на МЦД, МЦК. Ну, короче, там уже тетенька говорит, что с сегодняшнего дня ношение маски или что-то, короче, не обязательно. На ваше усмотрение. Вот. В общем, ладно. Пауза и ждем М2. Тут они, видно, не сильно торопятся или просто и недавно ушел. Поэтому. Поэтому пока пауза и ждем включения. Какой-то жаркий. И только бы, блин, с объявлением. Маршрут-то не короткий. Если он без объявления, то вообще жесть. Очень жарко здесь.
сегодня без фильтрика попробуем. Тоже солнечная погода. Хочу сравнить. Стекла запотевшие почему-то. Офигенно, вот даже автобус не влез из-за того, что здесь происходит. Не оптимизированная какая-то светофор тут или чего. Жесть какой-то, блин, вообще. Секунд всего. Ловит тех, кто на светофор. Вот они бы лучше там на перекрестке стояли. Разруливали, они здесь. Кинотеатр Лига. Пароль на моей машине. Закрытый лесами. Бывший кинотеатр Лига. И ждет своего часа. Там он в любом должен быть прописан. Но лучше смотреть 18. Я через 10.
У меня все работало. И вчера проверял буквально. Какие тюрьмы опять. У меня не было интернета, у меня была ключа. Просто мы сейчас Следующая остановка – главный вход ботанического сада. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту с валидатором. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Как говорится, уходя, уходи. А не вот это все. Естественно. Кстати, вот флажки – это вход в ботанический сад. А судя по названию остановки, это главный вход. Погоди, а ты под какую чуть сейчас идешь? Ну, они или нет? Значит, тогда по... Все равно эти зомбаки где-то сидят. Им все перекрыли. А они все равно в телефонах. Метро Маяковская, С-543. Ничего. Как раз посмотреть надо, куда идет. На нем от Маяковской уехать и куда-то в Алтушку. Блин. Одну остановку проехали, 11 минут прошло уже. Жесть какая-то. Спасибо.
Тоже у меня пальмы какие-то растут, наверное. Бананы выращиваю. Оранжерея ботанического сада. Да, оранжерея, точно. Работники оранжерея, ночные сторожи. Следующая остановка — улица Академика Комарова. Что-то партия дедов зашла. Людей так себе, средняя наполняемость. Интересное название остановки. Да, маршрут. Следующая остановка — телецентр. Маршрут длинный. Не М1, но... Плотное движение здесь.
центр. Пересяду, наверное. Следующая остановка – Останкинский пруд. Уважаемые пассажиры, при необходимой сложности для оплаты проезда телефоном через сервис «Единопутные пруды» используйте пластиковую банковскую карту или карту «Двойка». Да, здесь получше. Там я на печке сидел. Да, здесь намного лучше. Останкинский пруд. А то бы я бы зажарился. Академика Королёва. Ну, зато теперь знаю, где. Ну, я, в принципе, и знал, что печка туда дует. Кайф. 5,7 литра, привет. Литров 20-25 по городу. Какой-то колхозник, видимо. Улица Академика Королёва. В городе такая машина, не знаю, зачем нужна. Кстати, сиденье сняли. Следующая остановка – Аргуновская улица. Видимо, водителям сказали при приеме, при выходе на маршрут все наклейки сиденья снять. То, что там социальная дистанция, там вот эти все. Ну, красненькие шарики. Заходят люди. Ехали, было пусто. Потом деды зашли. Потом вышли. Вот сейчас еще теперь зашли. Следующая остановка — улица Цандера. Удаленное пополнение карты «Тройка» доступно на валидаторах наземного транспорта. Пополните карту в приложениях «Московский транспорт» или «Метро Москвы». Нажмите боковую кнопку на валидаторе, приложите и удерживайте карту. Приятных поездок. Наверное, от метро Владыкина до парка Победы.
только два человека поедут. Это я и, собственно, водитель. Улица Цандера. Ему деваться некуда. А у меня хобби такое. Остальные, видно, только по делам. Следующая остановка – метро ВДНХ. Не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай. Сообщайте водителю. Да, 25 минут и ВДНХ. Сейчас будет солнышком. Повернем, и будет солнышко, наверное. Ну ничего, солнышку надо радоваться. Там скоро его и не станет. Метро ВДНХ. Ну, всего лишь 6 с чем-то там миллиардов лет, и все. Солнышко станет красным карликом, и жизнь на планете будет, не восстанет невозможной. А, он на газу, блин, хитрожопый какой. Этот на тундре. У него два баллона там взяли. Следующая остановка – улица Кибальчича. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Кибальчича. И Вучетича. Одни из самых сложных для меня слов. Улица Кибальчича. Не, ну есть еще Эйяфляды или Кудаль. Ну, в Исландии. Вулкан. Не, ну просто звучит так. Вучетича. Кибальчича. Следующая остановка – Маломосковская улица. Уважаемые пассажиры, при возникновении сложности при оплате проезда с телефоном через сервисы Apple Pay или Google Pay используйте пластиковую банковскую карту или карту. Маломосковская улица. Давайте все-таки вам фильтрик надену, посмотрим. Следующая остановка – Старая Алексеевская улица. Старая Алексеевская улица. Thank you.
Следующая остановка – метро Алексеевская. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогайте. Сообщайте водителю. Метро Алексеевская. Ну что, выделенная полоса животворящая делает. Следующая остановка – Крестовский мост. Удаленное пополнение карты «Тройка» доступно на валидаторах наземного транспорта. Пополните карту в приложениях «Московский транспорт» или «Метро Москвы». Нажмите боковую кнопку на валидаторе, приложите и удерживайте карту. Зачем он люстру включил? Thank you.
самолете, не помню, чтобы на автобусе я ездил по левой полосе. Проспект Мира стоит. Второй Крестовский переулок. Выход к Рижскому вокзалу. Пересадка на второй диаметр. Следующая остановка – Трифоновская улица. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Следующая остановка – Банный переулок. Уважаемые пассажиры, при возникновении сложностей при оплате проезда телефоном через сервисы Apple Pay или Google Pay используйте пластиковую банковскую карту или карту «Тройка». Салон 21 уже.
красавчик. Не просто как овощ едет, а следит за потоком. Перестроение. Ну, отсюда начинали. Здесь памятник дяде Стюме. Начиналось какой-то маршрут. Блин, объявления закончились. Это, да? Проспект Мира, да? Нет, это не кассету забыл перевернуть, наверное. Бабульки тоже прошаренные, кстати. Метро «Проспект Мира», Кольцевая. Метро встроено в жилой дом. Типа, люди стоят, а это место свободное. И такая спросила, а тут жарит, да? Да, жарит, там жарят. Поэтому жаркое место остается незанятым. Следующая остановка – Аптекарский огород. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Так, а где у нас? Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Где-то здесь. А, ну вот здесь, да, вот вход. Зеленое здание, там видно, аптекарский огород. Там цветочки всякие. Аптекарский огород. Объявление перед светофором. Домики здесь классные, надо погулять. При оплате проезда телефоном через сервисы Apple Pay или Google Pay
Используйте пластиковую банковскую карту. Мещанская Слобода. Следующая остановка – метро Сухаревская. При выходе не забывайте свои вещи, о забытых вещах не трогай их, сообщайте водителю. Наверное, уже проехали. Ну или близко к тому. Следующая остановка – Сретенка. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Смородочный даже буквы сняли.
Ну, сейчас уже начинают Рижского вокзала. Повтор маршрута. Только там, кажется, он был без объявлений. Без тайм-кодов. В общем, ничего страшного, что то, что я снимаю сейчас. Тот маршрут, который я уже снимал. Зарядки. В центре вообще снега нет. И погода прям офигенская. Следующая остановка. Театральная площадь. Выход в метро Театральная и площадь Революции. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту с валидатором. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятный поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
площадь. Выход метро Театральная и площадь Революции. Арбатские ворота. Выход метро Арбатская.
Гостиница «Украина».
Дети, полный комплект. Еще не хватает мужика, говорящего на телефон. Зерогониновская застава. Пересадка на Московское центральное кольцо.
Галя, выходим. Метро «Парк Победы». Конечно, не говори. Или это не конечное? Не конечное, видимо, но... А, ну... Конечно, там. Фигово. Запорол маршрут, чё. Не услышали. Ну ладно, все равно конечно. Или что, переехать, что ли? Подумаешь, полтора часа. Да. Вон он там остановился. Ну тогда я бы не сфотографировал бы сегодня. Тут ветер, блин. Тогда бы я бы сегодня не сфотографировал бы вот эту арку триумфальную, а я хочу ее сфотографировать. Поэтому, ну это я отмазался. Типа так бы я бы назад пришлось бы идти и все такое. Блин, и там дома строят какой-то комплекс. Ну все, спасибо за просмотр.
До следующих видео. А следующее видео буквально вон там у меня начнется. Сейчас немножко разомнусь. Сегодня у меня напряженный день, насыщенный, скажем так, поэтому... Но солнце высоко еще, поэтому успею снять вам. Что-нибудь интересное, как обычно. Все. Пока, до скорого. Увидимся.